сейчас мы едем на новую почту отвечать им на их правила. Я чуть позже объясню, за что, почему и как. Да, блядь, сука, кого-то еще. Здравствуйте. А? Отримання, да. 47-10. Владимирович. Та подивимось. Та ні, я ж не відкриваю це, що тут немає смисла його відкривати. А там що, документи, так, якісь? Та там, наверное, такі пусті такі. Ну, буває, якщо... Так, хорошо. Скільки грошей там? 200 гривень. Може, що є. Відкриваю? Да. У мене отак от. Мілочь нужна? Хорошо, что не по 10, по 5 копеек. А машина уже вывезена, да, там это. Блин, оказалось все намного позитивнее. Я уже не стал дальше снимать. Капец. Молодцы. Позитивно восприняли. Это хорошо. Что там люди говорят? Себя покажем, на людей посмотрим. Thank you.
завалил, чтобы товарищ открыл. Греет, а капец. Сейчас парни должны подъехать. Где они там? Прокатываем бачок для заправочки. Пойдем встретим. Что долго едет. Пятый, да, пожалуйста, до полного. Вы, конечно, уж извините, но там есть. Я уже ее раздал практически.
магазине на Донбассе, там, наверное, видно. Смотрите, какая красота. Я вам помогу считать. Но все равно у меня там полбака, там литров 10, если влезет. Может 12. Будем начинать, да? Ну да. Хорошо, вы не приехали 10. Что же делать? Давайте начнем с крупных. Быстрее будет. 3, 5. Какая была, почему я ездил в новую почту, рассчитывался мелочком. Это я хотел якобы так отомстить, если так можно назвать. Короче, история была в чем. Все, как мы знаем, ходим на почту, там маски, масочный режим, это одно. То, что нужно приходить с документом. Какой документ является для того, чтобы получить документ? Любой документ, которым есть, удостоверяет вашу личность. То есть там, где есть фотография, печать мокрая и как бы все ваши данные. Все, этого достаточно. То есть права, там удостоверение и так далее, это все подходит, ну и включая паспорт. Была такая история, что я не мог получить деньги, там свыше 10 тысяч перевод там за продажу там какого, я не помню, что это была камера. Мне нужно было верифицироваться. Если я не верифицируюсь, то есть я не получаю деньги, то есть такая вот история. То есть я даю свой паспорт, они сканируют первую, вторую страницу, и как бы верификация в базе есть. Что меня смутило? Я как-то приехал в Светлово с первое отделение, я себе отправил с Западной Украины мотоцикл на это отделение, я сам себе. И при том, что я приехал уже верифицированный до этого момента, они все равно потребовали именно паспорт, потому что без паспорта я не получу. То есть, какая получается нелепица. Я сам на себя отправляю, не могу получить раз, и факт в том, что я в базе уже есть, то есть моя фотография явно, и я все равно не могу получить, нужен паспорт. То есть, что это за бред? Меня это смутило, расстроило на тот момент. Ну, и я хотел якобы сегодня им как-то ответить, но у меня ничего не вышло. Ну, и ради бога, я не до такой степени злопамятный человек. Память хорошая, но как есть. Мне понравилось то, что люди позитивно восприняли, точно так же, как и на заправке. Заправили без всяких проблем, без всяких вообще. То есть, люди улыбчивые, молодцы. Таких побольше людей. А вы не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, делиться этим видео с друзьями, близкими, знакомыми и оставляйте комментарии. Для меня это очень важно. Скоро увидимся.